Ты можешь назад отъезжать, типа. Самое честное. Видно, да? Угу. Снимай. Видно, да? Да. После того, как нож нарезан заготовку, я беру вручную сворачиваю с круассан. Это самый простой вариант стола кондитерского, стол кондитерский с аппаратом нарезки. Для нарезки круассанов, квадратов, прямоугольников, кругов. Наше предприятие, машиностроительный завод ЛАК, также изготавливает полностью автоматические линии кондитерские. Начиная от тесто-раскаточной машины, заканчивая транспортером, который подает все в шкаф шнековой загрузки. Заморозки. А сейчас вот очень распространено изготовление ножей, например, да, в различных конфигурациях для аппаратов нарезки нашего производства и для линий кондитерских иностранного производства. То есть под заказ можно сделать любой нож, ну и, соответственно, линию кондитерскую. Это самый простой вариант. Все?